Влад, привет. Добрый день. Добрый день, мы вот здесь начинаем эфир. Да, у нас сегодня, повторюсь, прямой эфир с Владом Вавиловым. Это специалист из Украины, город Киев. С Владом мы давно знакомы, мы уже провели офлайн несколько семинаров по менеджменту. Влад – автор многочисленных книг, и его знают и помнят по книгам и по доступной информации для менеджеров клубов, фитнес-клубов больших и маленьких. Вот у нас был с тобой семинар по менеджменту, даже курс, да, был по Три менеджменту, блока. там, три блока в 2018 или в 2019 году, уже не припомню, но было такое, да. Время так быстро летит. И мы с тобой впервые познакомились благодаря Сергею Павлюку. Павлюкам. Да, Сергей Павлюка, Екатерины, в Крыму, и был там у тебя семинар по менеджменту, да? По менеджменту и по продажам был. Менеджер по продажам, да. Ну, мне показалась твоя информация весьма такая доступная, и она понятна для многих, кстати, начинающих экспертов, которые собираются работать именно в менеджменте, да, то есть это когда инструктора. Мне понравилось, что ты очень доступно и понятно даешь информацию для тех, кто вот уже с среднего звена приходит в высшее звено. То есть это был тренер, 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 и вдруг он стал там старшим тренером, там менеджером по фитнесу или, допустим, там, дай бог, управляющим. То есть очень все понятно, все поэтапно, все, все понятно. Вот. Скажи мне, пожалуйста, как дела у вас сейчас на Украине? Ну, смотрите, во-первых, приветствую еще раз всех. Спасибо огромное за возможность общения. Я искренне надеюсь, что в фитнес-бизнесе у нас никогда не будет границ. То есть, что у нас в бизнесе вообще не должно быть никаких там моментов, связанных с местоположением. А сейчас так тем более. То есть у нас Да. интернет вообще абсолютно нет никаких заборов, ворот. Все, что в голове есть, изменяйте, открывайте. Нет никаких границ. Мы очень подобные, менталитет подобен. Касательно Украины, что сейчас происходит? Ну, то есть я условно бы разделил, и я об этом говорил сразу. То есть весь фитнес-бизнес в Украине, да я думаю и в России в том числе, мне почему-то кажется, на три группы. Первая группа ребят, людей, тренеров, управленцев, собственников, которые очень быстро включились и очень быстро адаптировались. Я бы назвал такая какая-то диджитализация у них произошла, то есть они быстро освоили, осознали, что надо что-то менять, то есть гибкость ума, гибкость менеджмента на максимально высоком уровне. Они не распустили свою команду. Они нашли внутренний ресурс. Да, они, может, первые 2-3 дня погрустили, но потом осознали, что надо что-то решать и продолжать зарабатывать деньги. Вторая группа людей, это, я бы сказал, такие какие-то микс. Микс грустных и немножко адаптировавшихся. Ну, то есть они, объясню, сейчас мы до грустных дойдем. Те, которые начали что-то делать, те, которые тренеры там чуть-чуть разбежались, чуть-чуть остались, но все равно на базе клуба они что-то, знаете, такое не спеша, такое какие-то там эфиры, какие-то тренировки, зумы, ну что-то делают, но не поставили это на колею, то есть оно так немножко хаотично. И есть третья группа, условно, группа староверов или группа, там не знаю, вот Шептухов говорил, обиженных, то есть, ну, как бы группа, которая продолжает ждать чего-то. Ой, какой там попугайчик у вас громкий. Да, у меня не могу с ним ничего сделать. Попугайчик, оно бросит это. Брось комментировать фитнес-бизнес в Украине. Так вот, и условно я бы разделил вот на такие три группы. Причем в третью группу, друзья, тренеры, коллеги, управленцы, я бы набрал и тренеров, и собственников, и директоров клубов. То есть некоторые директора чего-то ждут. И каждый раз, когда переносят карантин в Украине, я все вижу, когда говорят, ой, так перенесли. А я говорю, я практически карантин за 3 дня предсказал закрытие клубов, и практически в первую неделю, вот можете мой YouTube посмотреть, сказал, до 1 июня, когда еще даже не было намеков, до 1 июня мы точно не будем работать. И мне там писали, говорили, да ты что, да через 2 недели все откроется, друзья, у нас новая реальность. Добро пожаловать в новый мир онлайна, в новый мир определенных ограничений. Я скажу больше и интереснее. Вот всем коллегам из фитнеса, которые нас смотрят, я надеюсь, есть фитнес-тренеры, я надеюсь, есть собственники фитнес-клубов. В Украине с понедельника открываются салоны красоты. По всей Украине с четкими ограничениями. Почему я об этом говорю? Потому что есть условная часть группы фитнес-тренеров и собственников, я называю их оптимисты.
у нас их в стране называют еврооптимисты, а я называю их оптимисты, которые думают, что как только клуб откроет свои двери, повалят обратно все клиенты, повалят люди на персональные тренировки. Друзья, готов сейчас всем сказать, как человек, который сейчас веду определенный онлайн-курс, где более 50 учеников, где консультируют десятки предприятий, ожидание по возврату клиентов в бьюти, видите, какая у меня борода? Я думаю, друзья все заметили, я с Украины, друзья. Все заметили, что я, наверное, думаю, что сегодня Анна ведет прямой эфир с батюшкой, который должен что-то сказать, я так понимаю, про фитнес. То есть я являюсь фитнес-экспертом и бьюти-экспертом, но я соблюдаю тот карантин, которого требует от нас условно государство. То есть я не стригусь, я не нарушаю правил. Да, я могу это сделать машинкой, но буду выглядеть как непонятно какой-то, знаете, там, какой-то там испуганный чувак. Поэтому выгляжу как батюшка реально, то есть серьезно, я мог на Пасхе. Наверное, сейчас не ты один такой, я так думаю. Я тоже, видишь, с непрокрашенными корнями, но это признак социальной ответственности сейчас считается. Друзья, я просто призываю всех, знаете как, не по возможности этого придерживаться. Я скажу больше, Анна, не все. Я в супермаркете редко встречаю вот таких бородатых, непокрашенных тёть и дядь. То есть там все прекрасно, на дому стригут. К чему я веду, друзья? Я хотел бы, чтобы вы всегда рассчитывали свою модель двумя примерами. И мы сегодня будем говорить об этом детально. Оптимистичную, что все вернутся. Да, у фитнес-бизнеса есть карты. Но даже есть люди, у которых есть карты, есть люди, которые боятся. Я смотрю, как в России очень сильно идет телевизионная... Как бы у нас слабее об этом говорят в прессе. У нас как-то не так... манипулируют и мотивируют, я бы сказал. У нас какая-то такая история. В России я слышу и читаю, что многие люди сами не придут. То есть, если вы откроете двери, то люди не придут. Не потому, что нельзя, а потому, что есть сомнения, есть опаска. В Украине такая же история. Мы не сильно отличаемся друг от друга. Поэтому относительно оптимизма, что после открытия все будет точно так же, я бы этот оптимизм бы засунул куда-то подальше, а бы очень внимательно смотрел на первую группу онлайна. То есть онлайн однозначно, да. Тренировки, консультации. Я скажу больше для всех тренеров. Ко мне стали обращаться тренеры клубов, это для директоров, которые смотрят. Я директоров, извиняюсь, наверное, поношу, на чем свет стоит. Они, надеюсь, на меня не обидятся. Но когда мне пишет сотрудник клуба, Влад, я хотел бы там провести вашу с вами консультацию, хотел бы запустить онлайн-проект. Я пишу тренеру, любому. А ты пошел к этому вопросу с директору? Ну, потому что как-то, блин, ну, у тебя же есть босс. Я пошел, меня босс куда-то послал, сказал, что это им не интересно. Я говорю, как? Он говорит, ну, вот так. И поэтому я хочу, чтобы вы мне помогли настроить мой онлайн-проект. Я в шоке, друзья. Я нахожусь в шоке. И я скажу больше, то есть я вот сейчас консультирую не только Украину, Россию, Кувейт, вот были ребята, открывают студию, там у них жестче карантин, если они смотрят, Румыния, ребята с Вьетнама даже были, ну то есть у которых часовая ничего разница. Это о чем говорит, друзья? Упали рамки, упали ограничения, все ищут информацию и не могут ее найти. Поэтому всем тренерам, все, кто есть, физкульт-привет, включайтесь. Я скажу даже больше, мне кажется, у всех коллег в фитнес-бизнесе есть последний... Ну вот последняя возможность. То есть многие уже начали зарабатывать деньги. То есть они уже зарабатывают деньги. То есть я хотел бы, чтобы все начали зарабатывать деньги. И суть сегодняшнего эфира и любого эфира, друзья, только одна. Мы с вами должны зарабатывать деньги. Точка. Вы фитнес-тренеры, вам надо кормить семью. Вы фитнес-бизнесмены, вы должны зарабатывать деньги. А я вижу у нас, либо мы что-то делаем и бесплатно. Давайте 100 бесплатных эфиров проведем. Всех бесплатно потренируем. И нам, может быть, что-то сбросят. Не сбросят, друзья. Да. А, понимаешь, мы кроме этого ничего не можем делать, тренера. И если мы будем это бесплатно делать, что нам надо будет кушать? А как, то есть как... у нас нет специальных пакетов. Особенно мы знаем, что многие инструктора оформлены неофициально, да, в черную, скажем так. Естественно, да. Они не могут рассчитывать на какую-то социальную выплаты. А если клуб ничего не делает и, допустим, ждет каких-то лучших времен, то же самое остался без зарплаты. То есть таких случаев очень много. Я скажу, что мы проводили опрос у нас в группе, да, в Телеграме, где были вопросы, да. Первый, допустим, что вы делаете сейчас? И у нас мнения разделились ровно вот по 25%. 25% ведут бесплатно что-то в эфирах своих социальных сетей, 25% платно уже пытают, но их очень, кстати, меньше, чем 25%. Пытаются что-то платные группы в Zoom и так далее. 25% ничего не делают и не знают, как это делать. И еще остаток, те, которые ждут лучших времен.
То есть, как ты сказал, что разделились практически на три группы. И вот это... Три-четыре, да. И вот эта средняя прослойка, она самая большая, что даже не знает, с чего начать. Ну, друзья, я... И самое интересное, что мы, знаешь, думали, что это люди как бы старшего поколения, такие как мы, кому за, да? На самом деле много молодых, которые просто даже не знают, с чего начать. Друзья, я уверен, и вот знаете как, и у Анны есть в рамках ее федерации фитнеса обязательно определенные программы и консультации, и у меня они будут, сейчас я их выстраиваю, но я признаюсь, я уверен, Анна меня в этом поддержит. В период карантина я себя чувствую каким-то, знаете, немножко вот ощущение, что ты по болоту едешь на машине, когда у тебя колеса очень быстро едут, ты, у тебя расход топлива очень большой, а ты двигаешься очень медленно. И вот многие ребята, у меня ощущение, что они, заехав на краешек болота, останавливаются, потому что у них не хватает выдержки дальше продолжать на таких же оборотах протаптывать эту дорожку в лес. Мы чего все ждем? Всем привет. Мы все ждем чего, друзья? Что кто-то у нас будет один, который пройдет, протопчет нам дорожку, проложит асфальт, поставит ларьки с кофе, и как бы, а мы будем уже идти за ним. Друзья, вот в онлайне такого нет. В онлайн это лес, условно, это там пустыня, у каждого свое какое-то представление. Начинайте себя там искать, начинайте работать, начинайте двигаться с малого. Мне понадобилось для бьюти условно месяц перед тем, как запустить еще интересный проект. Я с удовольствием буду делиться, как это у нас произошло, как мы это делаем. Где есть много учеников, в том числе из России. То есть я хотел бы, чтобы вы осознали, что надо где-то в голове у себя немножко изменить ход мышления. Вот я об этом снимал видео, что мы все в фитнесе, мы как бы не то чтобы жертвы, мы фанаты офлайна. То есть нам надо пощупать, потрогать, почувствовать. Да. Мне вчера коллега писала с EMS-студии, там вообще беда-беда. Она говорит, Влад, ну онлайн по EMS-у не потренируешь, потому что нужен костюм, который у тебя будет немножечко током бить. А я говорю, осваивайте функциональный тренинг, находите себя. То есть я вот призываю всех, кто смотрит этот эфир, дорогие друзья, те, кто будет смотреть потом в записи, не останавливайтесь. Вы же знаете, что самое страшное зимой, когда ты едешь под горку или куда-то, все говорят все что угодно, только не останови машину, потому что ты не сдвинешься с места. Не останавливайтесь. Вот еле там валом, неважно как, боком, ты должен ехать, ты должен нажимать на эту педаль, ты должен держать этот руль. Я вижу, что часть тренеров остановилась и чего-то ждет. Ну, не ждите. Но я смотрю, что происходит в Европе. То, что я слышу про европейские моменты, или там кувейтские, давайте как пример, потому что наши руководители стран берут пример не друг с друга, а берут пример оттуда. И когда ты видишь в Украине 5 этапов выхода, а потом или до этого ты видишь 5 этапов выхода в Амстердаме, то такое ощущение, что кто-то у кого-то списал. Но что-то я что-то не верю, что ребята из Амстердама у нас, хотя чем черт не шутит, но я этим не болею. И там вот четенько, даже текст, такое ощущение, что просто перевели. То есть просто перевели и добавили плашечку кабинет министра Украины. Так вот то, что я вижу, друзья, ну так фитнес уже не будет прежний. Посмотрим, вот я надеюсь, с понедельника я какие-то обязательно поснимаю эфиры, как бьюти открылась, потому что там все маски, стерилизаторы. На улице надо расчертить очередь. На улице расчертить разметку ожидания очереди. Ну, короче, хотя по очереди нельзя. Ну, такое. То есть правил никто итоговых не написал. Но, друзья, в онлайне, вот услышьте меня, у нас правил условно нет никаких. Там есть только публичная оферта, которую вы должны разместить о том, что если кто-то что-то у вас покупает или делает, он с этим согласен. Но эту публичную оферту требует LeakPay. Вот я работаю через платежную систему LeakPay, и они любые ваши сайты, любые ваши истории, они говорят публичную оферту и договор о сотрудничестве. Вот я вам расскажу такой инсайт. Вы хотите разместить сайт, лендинг, продавать свои программы. Ну вот есть такая LeakPay, я не знаю, насколько она в России, может, другой какой-то платежная история, но вот в Украине есть LeakPay. Я не готов сказать, насколько она там международная или не международная. Ну вот прекрасно принимает платежи. Я скажу больше, я свои книжки онлайн продаю уже там сколько, 4 года. То есть все окей. Поэтому, друзья, надеюсь, что сегодняшний эфир будет всех мотивировать, вставать, брось костыли и иди, я бы так сказал. Ну да, я согласна. А скажи мне, пожалуйста, про 5 этапов выхода.
Окей. Ну, смотрите, друзья, как бы это странно ни звучало, вот я расскажу, давайте, что сейчас происходит прямо сейчас. То есть не космогорически в космосе, что летает, а что происходит сейчас, потому что с руководителями Украины я нахожусь на связи 24/7. Пишут мне там, кто в слезах, кто в радости, как, знаете, на свадьбе говорят. И в горе, и в радости. Ты там, да-да-да. Вот я чувствую, что я женился на фитнес-клубах нашей страны. Так вот. У нас есть некоторые этапы выхода. Я о них говорил постоянно и буду говорить. У нас есть этапы выхода. Смотрите, первый и самый важный этап – это вообще работа, я называю, с клиентами. Вот давайте сейчас мы его раскроем. Я говорил сразу и буду повторять. Создание телеграм-канала комьюнити с единой целью. Вам надо мобилизировать ваш, извиняюсь за слово, электорат, ваших клиентов. Ваша инстаграм-страничка, ваш веб-сайт – это одностороннее общение. Вам нужно, чтобы было двухстороннее. То есть телеграм-каналы для того, чтобы вы могли общаться и вы могли мобилизировать. Я уже молчу о том, что в Инстаграме и Фейсбуке вы же знаете, что там любой пост видит 2, 5, 3% клиентов. Никто же не видит все ваши тысячи подписчиков, ваш пост, что вы открылись. Некоторые будут вам писать потом через 3 дня, а вы что, уже открылись? А вы говорите, да мы там в Инстаграме написали. Так а я не видел ваш Инстаграм. То есть Телеграм или любое комьюнити может там, я знаю, что есть ограничения, по-моему, по Телеграму в России, то есть пускай какой-то комьюнити, какие-то там WhatsApp какой-то канал, Viber канал, то есть чтобы у вас было мгновенное донесение информации. Это раз. Второй момент. Вы должны обязательно сейчас и до этого подогревать вашу аудиторию. Ну, условно, вот я могу предположить, что в Украине, я не знаю сейчас, как в России, вот Анна сейчас будет, нет, я читаю просто... Global Fitness Forum, такая есть телеграм-группа, мне очень она симпатична. Да, вот да. Такое очень живое общение. Очень молодцы ребята, кто организовал, там Илья или Максим с Юлей Бабошиной. Я вижу, что у вас в разных регионах разные особенности открытия. Здесь сейчас открыли, там потом. Ну, большая очень страна. В Украине да, пока да, до 22 мая фитнес не открывается. То есть, условно, есть время сейчас, но, друзья, надо подогревать аудиторию, потому что она разбрелась, куда кому не лень. Кто на бесплатные, кто на эфиры, кто домой под сосной тренируется, кто от майских не может прийти, кто еще сейчас второй раз праздновать будет. И все говорят, а что, у нас понедельник выходной? Я говорю, а вы что, прям натрудились так очень сильно, что вам на выходной еще один сделать? Я говорю, давайте уже работать. Друзья, первый этап – это работа с вашими клиентами. Создание телеграм-канала, наполнение его полезным контентом, но не бесплатным полностью. Мне очень понравились советы от коллег, которые там собирают контакты. Не забывайте о том, что вам тоже нужны будут клиенты. И многие из вас, вот я в первом своем видео 2 месяца назад сказал выключить рекламу, чтобы сэкономить деньги. Это мое мнение, я так верю, и так в этом, ну, в этом есть определенная цель. Сейчас рекламу надо включать. То есть вы должны условно, знаете, вы садитесь утром за руль автомобиля, кто автомобилист знает, дизельки, у меня дизелек, его надо прогреть. Вы заводите и сидите, ждете, пока он прогреется. Клубы надо тоже прогревать. Вы не заведете и поедете мгновенно. У клиентов отложенная реакция определенная, поэтому обязательно работа с клиентами. Завели, прогрели, дали немножко полезного контента. Я рекомендую обязательно сделать сервис-звонки. Я просто настаиваю на сервис-звонках. Да, конечно, вы все живете в этапе WhatsApp, мы все электронные, мы все сделаем какую-то рассылку. Рассылка – это одностороннее общение. Услышьте, мне надо двухсторонний контакт. И вот в этом вопросе многие тренеры и клубы ленятся. Мы сделали смс-рассылку, то есть, знаете, на отстань я называю это, друзья. Это неправильно. Я хочу, чтобы вы научились с клиентом коммуницировать в две стороны. Вы должны услышать: «Ой, извините, меня не будет». Рассказываю вам по бьюти. Вот если всем интересно, чтобы не космогорически. Раз 50 клиентов, якобы с бородой, заросшие, вот как Анна, там надо покраситься. 50 клиентов, рассказываю, друзья, записалось 57. С 57, а остальные 43, что, борода уже отпала? Да нет, спасибо, чуть попозже, я уже не знаю, сам постригся, я забыл. Ну, то есть, да, да, да. А в фитнесе вы думаете, что за 2 месяца люди, я TRX уже освоил, я даже уже... Я эту штучку, оказывается, есть штучка, на которую можно на дверь вешать. То есть вообще у меня переворот сознания. Друзья, у меня переворот сознания. Я вообще уже просто скоро буду TRX-тренером функциональным в розовых трусах скакать, как эти аэробы. Как Фальштинский. Да. Я буду третий. Сережа Фальштинский, Сережа Павлюк, и я третий буду с ними там танцевать на сцене, размахивая руками. Ну, то есть, я бы в нормальное время никогда это не сделал. Но сейчас я тренируюсь на TRX. Очень рекомендую. Берите оригинальный. Вот вам короткая реклама. Работа с клиентами раз. Второй момент, друзья.
Я назвал бы это работа, вот услышьте меня, работа с собой. Вот потому что сейчас смотрят меня тренеры, если смотрят управленцы, то работа с командой и с собой. После моих эфиров мне написал вчера один из подписчиков, я не буду называть кто, я вел эфир для мастеров бьюти. Я говорю, для того, чтобы хорошо вести онлайн, у тебя должна быть понятная, четкая, разборчивая речь. Вообще это сказал, месседж абсолютно открытый. И мне пишет человек, вы знаете, я вот хотел бы научиться ораторскому искусству. Ну давайте будем откровенно, но некоторые эфиры некоторых коллег, допуская они меня простят, напоминает полный трэш. В Украине было такое шоу в детстве, называлось «Маски-шоу», когда смешные ребята с красным носом мутили какую-то дичь. Вот это происходит точно так. «Маски-шоу». Вот у меня напоминает «Маски-шоу», либо «Деревня дураков». Не обижайтесь, друзья. Ну, тренер какой-то с расплывчатой камерой, где-то под сосной, не слышно звука, что-то говорит, по нему прыгают дети, собаки, коты. Сосна сверху упала. Это прямой эфир. Я вначале смотрел, думал, это какой-то арт-обстрел какой-то. Оказывается, это прямой эфир фитнес-тренера, который говорит, что надо заниматься. Либо девочки, которые говорят, давайте заниматься растяжкой. Сейчас все же хотят стретчингом. И девочка приходит в эфир, друзья, приходит и говорит, вот так надо садиться на шпагат. Раз и села. Друзья, тех, кто занимается стретчингом, я когда увидел, у меня аж телефон из рук выпал. Я говорю, а мне как? То есть, если я так резко сяду, меня увезут в скорую в лучшем случае. Потом буду на таких распорках висеть остаток карантина. Но задумайтесь, что вы даете. То есть, какой уровень? Звук, видео, контент. Звук, видео, контент. В Ютубе самое главное – это звук. Осознайте, друзья. Как говорил Жванецкий, наш, ваш, не знаю, советский юморист. Если шум – это тоже звук. И вот про многих тренеров этого... Что-то там где-то из-под сосны. Дети, приседайте, люди, кто ты? Одень какой-то микрофон, он же стоит там $30 на проводочке. Одень какой-то наушник, я слышно должно быть. Всем привет-привет. Поэтому просьба, друзья, второй этап. Если есть возможность, продолжайте учиться. Ораторское искусство. Ну вы же хотите быть классным тренером. И да, и раньше было искусство, я уверен, вот Танна 100% знает. Искусство презентера. Было такие мастер-классы, когда учили быть презентером. И на него очень мало записывались. Я думаю, те, кто прошли эти курсы, сейчас чувствуют себя очень успешно. А остальные включают камеру. Ой, я там вижу. Ой, я, друзья, это лучшая подборка. Я не пытаюсь над кем-то смеяться. Я недалеко ушел от того, о чем я говорю. Но я хочу, всем привет, я хочу, чтобы мы, друзья, знаете, помогали друг другу улучшаться. То есть, если надо, чтобы я был не в тени, у меня включена лампа. Вот я могу вам показать даже пример. Смотрите, вот я лампу выключу. Вот вам лампа включается. Восприятие же лица меняется? Меняется. Ну, то есть, да, вот... Вот. Нет, так это у меня, я имею в виду, что это у меня... Я купил специальную лампу, вот эту, которую там телефон держит, и которая лампу ставит. Ну, это профессиональная лампа, она да. Она стоит, друзья, там, $30. Ну, то есть, я хочу, чтобы мы начали осознавать, что вам важна теперь картинка. Мы почему-то гонимся во втором этапе, тренеры, за контентом. Мы должны быть умными, интересными. YouTube сам по себе – это шоу. Инстаграм – это шоу. Контент важен, но если вы неправильно его подаете, если с ваших слов, почему Володька сбрил усы, мы не можем осознать, что происходит, если вы сразу садитесь на шпагат и говорите, девочки, повторяйте за мной. Матерь Божья, что происходит? Откуда, куда, как я могу так сесть? Или там некоторые упражнения, вот я смотрю, я, может, понимаю, что я, может, выпал из эфира, или включил его не тогда, или, может, это уровень продвинутый, а я до сих пор на уровне там примитивном. Но я не смогу повторить это движение. Третий этап или третье действие по выходу из карантина. Дорогие друзья, говорил и буду говорить. У нас есть вопрос, связанный с вашим клубом, с местом, со студией. Я хотел бы, чтобы вы попытались улучшить ваши бизнес-процессы. А именно, самый простой – автоматизировать, если не автоматизировались. Я слышу, что это дорого, недорого, друзья, но вы не сможете обзвонить клиентов, если у вас нет базы. Автоматизация длится месяц. Возьмите, вот прямо сейчас, да, ну есть же и большой ресурс, но давайте же не будем совсем уже придуриваться. В студии есть какой-то. Ставим программу и начинаем с утра до вечера с ней возиться. Я не буду рекламировать какие-то продукты, дабы не там, меня же как всегда начинают везде у всех, я заплатил TRX, что ты его рекламировал. Я говорю, да не платил он мне, я сам заплатил, чтобы его купить. То есть я не являюсь бренд-амбассадором там какой-то марки.
Но есть какие-то правила, которые просто необходимы для бизнеса, для тренера, потому что вы очень часто упускаете какие-то моменты. А если вы с базой не работаете, друзья, то с вашей базой работает уже кто-то другой. Уже кто-то другой взял его на марафон по похудению. Я вот жду, когда запустится марафон. Я худею от происходящего. Это лучший марафон будет, я, наверное, думаю. Поэтому третий вопрос, друзья, это улучшение бизнеса, автоматизация. Я говорил в начале, еще какое-то время назад, какой-то косметический ремонт. И мне пишут сейчас там директора, они говорят, я готова убить своего прораба. Я говорю, добрый вечер, как у вас дела? Мы там решили какой-то ремонт сделать. Я говорю, а чего же это вы, говорю, решили ремонт сделать за 3 дня до открытия? Что вы 2 месяца делали? Ну, мол, видео ваши смотрели мотивационные. Я говорю, поздно посмотрели, надо было уже это сделать. Четвертый этап, дорогие друзья, я называю это, вот услышьте все, некий оффер, некое предложение для клиентов по возврату. Почему? Потому что часть из нас думает, да они же прибегут обратно. Вот я хочу, чтобы вы эту мысль у себя искоренили. Если они прибегут обратно, все будет супер. Но я уверен, я готов спорить на деньги, на что угодно, на яблоки, на бананы, не прибегут. Карта есть, он вернется доходить. Да. Карты нет, скорее всего, не купит, потому что будет бояться непонятной ситуации с вирусом. Плюс третье, самое важное, друзья, мы не сможем в том формате и объеме проводить классы, тренировки. То есть вы почитайте предписание. После каждого раз 2 часа полная дезинфекция помещения. Я себе хочу представить, друзья, полную дезинфекцию тренажерного зала площадью 1000 квадратных метров. Я просто себе хочу это визуализировать, сколько сотрудников и сколько времени будет его дезинфицировать. То есть это за 15 минут. Да, час работаем, 2 часа дезинфицируем. Ну, то есть если мы вот так, ну, честно, без этих вот, ну, вот говорю, как есть, окварцевание, 1000 метров, окварцевание, как она, в каком месте вешать лампы. Ну, то есть... В Украине должны были со мной связаться ребята из Кабмина, я бы, может, им там что-то подсказал. Я смотрю, что те, кто пишут эти законы, они никогда в залах не были и настолько далеки от этого. Так свяжитесь с обществом, давайте найдем общие какие-то варианты выхода, не нарушая ваши какие-то пожелания. Поэтому, друзья, в четвертом блоке является спецпредложение. Что я рекомендую спецпредложение? Я бы делал бы акцент на подарки. Я противник скидок всегда. То есть, когда я вижу, купи наш абонемент сейчас с 50% скидкой, друзья, ну, мне немножко грустно, не обижайтесь, но вы, кого вы пытаетесь привлечь? Если я не хочу купить, то мне хоть 100% скидка, я не куплю. Знаете, то есть, вот если тебе не нужны летом лыжи, ну, то как бы часть людей, наоборот, их не покупает, чтобы летом купить с дисконтом. Это уже философия. Да. Но если они мне не нужны, вот я беру себя. Но мне не нужны лыжи сейчас. И вообще они мне не нужны. То есть ваш дисконт меня не привлечет. А если мне нужны лыжи, то я буду выбирать из разных предложений. Но дисконт не всегда является ключевой ценой принятия, ценностью принятия решения. И вы себе, друзья, если в четвертом предложении сделаете большие дисконты, вы себе накупите дешевых клиентов. Я называю это одноразовые дешевые клиенты. Пускай не обижаются, друзья, но ну, надо как бы себе дать ответ. Я бы делал акцент на очень простой инструмент. Вот видите, вашим сегодняшним зрителям подарю подарочную персональную тренировку. Вот вам самый простой оффер, который может быть. Пожалуйста, всем клиентам, которые вернутся, подарочная персональная тренировка в подарок. То есть вы даете какую-то ценность. Ценность. Бонусы. То есть, независимо от абонемента, вас потренируют наши тренеры. Расписываем на тренеров. Поймите правильно, немногие клиенты этим воспользуются, но у вас будет возможность их набрать. Есть такой термин, как повод. Знаете как? Девочки ищут повод, мальчики ищут повод, кто-то ищет повод. То есть найдите повод, чтобы позвонить и предложить. Сказать, у нас 50% скидка. Но, друзья, вы не обижайтесь, но не посчитав бюджет, вы еще, может, в минус работаете. Напродаете дешевых абонементов с перепугу. Побежали, напродавали. Поэтому это является четвертое таким действием. Это некое спецпредложение. Это могут быть тренировки, это могут быть некие авторские классы. Но я бы вот в контексте этого предложения дождался все-таки разъяснений от нашего руководства, от вашего руководства. Повторюсь, аполитичное наше все-таки это действие.
Я пока разъяснений толком не нашел. Я вот жду в понедельник открытия салонов и каких-то, вот я бы сказал, моментов с этим связанных. Потому что я не верю, что государство не начнет штрафовать, ограничивать. То есть я вот в это не верю. Я знаю, что дай возможность, дай повод. В Киеве в период карантина единственный, кто работает сильнее всего, это эвакуаторы. Ну, в Краснодаре они и так работали. Вот я просто вижу миллион эвакуаторов в центре города Киева, которые эвакуируют всех подряд. Вот я немножко чуть на эфир не опоздал. Эвакуатор, машина поставила на аварийку, куда-то пошел за кофе. Сразу эвакуатор подъехал. Я думаю, что мужчине кофе обошелся в $70, так точно. Это... Не, у нас эвакуаторов нет, у нас штрафуют людей, которые на улице гуляют или занимаются спортом. То есть неоднократно было заявление от соседей, которые, видимо, завидуют их хорошему нашему здоровому образу жизни, и приезжает полиция, и ну, штрафы нет, ну хотя были штрафы, и предупреждение выносит. Это да, то есть как бы вот немножко это обидно. Я уже неоднократно слышала, что не бойтесь руководителя, а бойтесь соседей, которые завидуют вашей физической форме. А эвакуаторы не слышала. Ну, вот у нас да. Эвакуаторы просто как бы просто тьма тьмущая. Я как раз вот был... У нас нет машин, на самом деле. Центре. Нас же запретили. Да. Ну, у нас просто, видите, как бы у нас как это свободное европейское государство, как я называю. Хотя у нас путают анархию с демократией. Вот, то есть у нас небольшой немножко бардачок в этом плане. Но я был на Крещатике в центре города Киева. Забирал подарок. У меня у отца сегодня юбилей. И у него 60 лет. И забирал ему подарок. Там со всеми этими масками, со всеми этими. Ну, то есть там все четенько. И действительно, центр Киева, вот самый-самый, который там у нас такой исторический, он пустой. И только эвакуаторы увозят. Да ты что? Тех, кто думал, что как бы можно прокатить. И поэтому я бы дождался разъяснения в четвертом пункте и грамотно эти делал бы офферы и подарки. Да. Повторюсь, я бы делал акцент на персональные тренировки в этом. Причем это может сделать любой тренер, в любой студии, в любом клубе. Ну вот, если меня смотрят руководители, друзья, давайте как бы, ну, включаться. Я смотрю, что многие руководители клубов, это такое отступление, ощущение, что вы пропустили удар, как в боксе, и никак не можете в себя прийти. Друзья, просыпайтесь, приходите в себя. Все, уже как бы, уже мы приплыли. Уже это новая реальность. Добро пожаловать в новый мир. Мир Инстаграма, Зума, Скайпа с определенными ограничениями и так далее. Чем быстрее вы включитесь, тем больше у вас будет возможность. Как бы, я понимаю, что есть еще определенная стратегия. Хотел бы о ней сказать, наверное, на вот в пятом этапе, в пятом действии. Мы закрылись, чтобы вам тоже... И чтобы вам тоже не работалось. А что же это, друзья? Не, ну подождите. Дорогие друзья, мы же не говорим об открытии офлайн. Мы же говорим про работу онлайн и про ограничения определенные, которые есть. Вот мне понравились ребята. Девочки, вы пропустили Мирошник, ой, Владислав Вавилов из Украины, они тоже закрылись, так что не переживайте, не мы одни закрылись. Друзья, я, по-моему, если я не ошибаюсь, мы раньше закрылись. У нас все закрылось 16 марта. Когда у вас закрылось все? У нас попозже, да. Друзья, у нас тут ровно 16, через 2 недели будет 60 дней, как мы не работаем. То есть 60 дней, как мы не работаем. Мы чуть-чуть меньше. У вас неделя или две, у вас дней 10 после нас. То есть я имею в виду, что мы это вошли, и я тогда в эфирах и в онлайне говорил, что у нас есть уникальная возможность впервые за все время, треги пишут 28 марта, 12 дней. Я в эфирах... Да, ребята, найдите мой YouTube-канал, посмотрите видео, где я сказал, что у нас есть уникальная возможность впервые в истории фитнес-бизнеса, когда Россия... Всю жизнь Украина смотрела на Россию в этом плане как на старшего брата. Ну, говорю откровенно, с точки зрения бизнес-процессов, интеграции, сетевых клубов, впервые в истории ситуация поменялась. То есть мы закрылись, и я говорил, и я скажу больше и откровеннее. В период закрытия консультировал клубы из России. Я сказал им, что им надо делать, еще не закрывшись. И на меня смотрели так, да Влад, ну ты гонишь, типа, да что ты рассказываешь? Я говорю, осознайте, вы должны это сделать. Я Минск консультировал 16 марта, вот у меня записались ребята 18 марта, мы работали. Они до сих пор работают, но клиенты не ходят. То есть не ходят, да, нам в Минске. 90% все дома, очень тяжело, да очень. Да.
Очень, то есть. То есть у них официально ничего не закрыто, но люди боятся ходить, да? Получается так. Если ребята есть из Минска, как бы там вообще ситуация такая какая-то патовая, ну, может, знаете, тоже они быстрее выйдут потом. Ну, то есть то, что я видел, не очень хорошо. Друзья, и вот пятое действие, которое вы должны... Ага. Вот видите. Пятое действие я называю это создание онлайн-продукта. То есть если у вас его нету, значит, мы с вами в пятом действии начинаем это качать. Я уверен, объясню свои примеры. В каждом клубе есть классные тренеры. Мне очень обидно, вот я же про руководителей говорю, вы знаете, мне очень обидно, ну немножко обидно, вот, что мне пишут тренеры, а их руководители жуют сопли. Честно, вот. Может обидно, но вот честно. Я говорю, я же знаю вашего директора, Петю, Васю, Колю, а как он? Никак. Камон, а что это происходит? То есть тренеры... Молодцы, активно включились и работают. Руководство в прострации. Проснитесь, умойтесь святой водой, друзья. Чего вы ждете? То есть осознайте, что вы не дождетесь. Да, у многих помещение в собственности. Я знаю таких ребят. Да. Помещение в собственности. Да. Скажу больше, давайте готов. Нам дешевле не работать. Понимаю. Да. То есть закрыл, ты никому не платишь, ты ни за что не платишь. Да. Свет выключил, вентиляцию выключил. Окей. Ну так ты же потом будешь открываться. Ну так используй часть помещения. Я же не говорю, что надо топить тебе 10-тысячный клуб с бассейном. У меня есть клиенты, у которых вот в Тернополе, не знаю, смотрят этот эфир или нет, коллеги, с огромным аквапарком, который называется «Аллигатор». Огромный, там такой выше, я такой, самый большой на Западной Украине. И они говорят, мы закрылись, мы слили бассейн. Огромный, друзья, поверьте, там просто вот, не найдите в интернете, с огромными горками, то есть там ну, очень масштабное такое заведение. Это для небольшого города. Мы закрыли все, наконец-то отремонтировали бассейн, там делаем какие-то реконструкции. То есть люди это используют. И как бы, но часть собственников и директоров отказалась от онлайна. Я не могу понять, почему. Ну, почему вы отказались от онлайна? Боятся, наверное. Чего? Да. Так поставьте. Вот коллега, мне очень понравилось, я не знаю, возможно, смотрит тут Анна Машавец, город Киев, фитнес-клуб «Националь», руководитель Академии фитнеса Украина. У них в клубе тренеры. Это вот сегодня, друзья, тест на менеджмент. Вот мы учились тогда с вами в трех группах, менеджмент, управленцы. Сегодня самый классный тест. Ты директор или не директор? Директор собрал людей, поставил сзади фон в виде названия клуба и ведут смешные новости про фитнес. Ну, то есть... Интересно. Ну, блин, ну вот же простая идея, она же на поверхности. Собрала тренеров, причем тренировки ведут тренеры тренажерного зала, функциональные. Не групповики, потому что групповики все разбежались. Они же обычно у нас как, не обижайтесь, друзья, групповые программы, но вы же обычно ведете 100 тысяч, в 100 тысячах клубах у нас как бы сумку на плечо и побежала дальше. Но говорю как есть. Тренажерщики, потому что есть правила управления, есть возможность с ними работать. И очень важный момент, друзья, взаимная лояльность. А я вижу, знаете что? Что многие руководители плохо руководили и получили теперь дулю с маком. Ну, расхлебывайте свои дела. Расхлебывайте теперь. Да, то есть результат, я скажу больше, в Киеве ряд сетевых классных клубов, на мой взгляд, карантин их убил. Он их просто умножил на ноль. Просто умножил на ноль. Да. Нулевая коммуникация. Выбачьте, мы на русском. Извините, мы закрылись на карантин. На сайте выскакивает окошко. Я смотрю на эту дичь. Ну хорошо, что вы закрылись на карантин. А жизнь вы закрыли на карантин? Нет. То есть я призываю всех. Другой бизнес. Я не знаю, какой бизнес, друзья. Но мы же сегодня говорим о фитнесе, а не о том, как нефть или продавать, или там или лес какой-то там рубать. У нас есть ситуация, что я бы сейчас как можно сильнее включался, наматывал бы маховики, искал бы варианты, слушал бы семинары и говорил об этом. Вот, Сергей Пуцов сам идет. Вообще молодец. Сережа, я видел, он смотрит этот эфир. Сергей Пуцов, дисциплин, прекрасный. Ну, вот, идеальный пример того, что человек сам включился, сам руководитель, сам ведет, сам рассказывает в теме, в онлайне. Проводит консультации, я так понимаю, еще обучает ребят из Америки, зная прекрасно английский язык. Ну вот же, есть же примеры. Учитесь, это друзья. Руководитель, да? Руководитель клуба, руководитель такой, как бы, ну, фитнес-студии, наверное, дисциплин, пожалуйста, найдите. Смотрите, пожалуйста, прямой. Ну, это я, друзья, думаю, вот у Анны на страничке про фитнес Краснодар обязательно, потом подписывайтесь. Мы сохраним, да.
Поэтому, слушай, да, ну да. у меня такой экономист, вот по идее, для тех, кто сейчас в аренде, им сложнее, да, и, может быть, не все договорились об убирании аренды или о сокращении аренды. Ну что, а те, которые в собственности, им, по-моему, легче, действительно, да, они платят, ну, штука за свет, за аренду, даже не за аренду, просто за помещение, за свое. И самое интересное, с чем я столкнулась, что клубы, которые в собственности, они реально закрылись. Отпустили на все четыре стороны свой персонал и как бы не работают. А клубы, которые в аренде, они продолжают работать и продают абонементы в онлайн-режиме на Zoom. У них абонемент стоит, там, допустим, те же 2000, как и раньше. То есть вот для меня вот это непонятно. То есть те, которые в аренде, они шевелятся. Те, которые в собственности, сложили ручки и ничего не делают. То есть вот эту закономерность мы тоже увидели. И что хочу сказать по групповикам. Самое активное сейчас групповики. А тренажерщикам, кстати, вот очень тяжело включиться в онлайн-проект, они не знают, что там делать. Что бы ты порекомендовал для тренажерщиков? Как им поддержать своих клиентов? Потому что, ну, у них нету... Хорошо, кто додумался там с бутылками, кто-то мне писал там с пакетами для кошачьего туалета, где делать физкультуру. А что делать, если дома ничего нет? Допустим, если мы в Краснодаре здесь можем как-то выйти хоть на улицу, так, утром или вечером, чтобы нас никто не видел, да, особо соседи. А что делать, допустим, тем же москвичам или те, которые сидят действительно в заключении дома и нет подручных средств? Что им делать? Как им привлечь своих клиентов или вернуть хотя бы? Очень хороший вопрос, друзья. Смотрите, первое, что я, наверное, сказал бы для всех тренеров, которые сейчас смотрят, я читал и вижу, и нахожусь, и вижу, и понимаю, что происходит там в Москве и в других регионах, потому что, как игроку рынка, мне важно давать определенные прогнозы и выводить те предприятия, с которыми я работаю. Поэтому я не могу не учитывать тенденции. Это очень важно. Тем более я проектирую некоторые объекты, создаю концепции, и прямо сейчас, условно, там, закладываю какие-то элементы в стройку клубов. Так вот, что я вижу? Практически сразу, с первых дней карантина, европейские, американские блогеры, у которых тоже там очень жестко, начали работать дома с бутылками, с флягами, привязывать их там как-то к палкам и так далее. То есть чуть ли там не со швабры делать какую-то штангу, но при этом очень качественный контент, хорошая музыка, хорошее видео. И девочка на балконе, стул вообще отличный, согласен. То есть, друзья, я хотел бы, если ты не можешь придумать, вот услышьте этот слоган, не можешь придумать, научись грамотно воровать. А у нас даже нету желания красть. Ну, то есть, ты открываешь просто, вела аэро-йогу, сейчас продаю гамаки для йоги. Гамаки для йоги, кто-то раздал оборудование в аренду, кто-то сайклы в аренду. То есть, есть такая история. Но если вы сейчас находитесь в карантине, условно, в комендантский час, в этом что-то есть. Я скажу больше, это безопасность наша с вами. Не дай Боже нам заболеть, неизвестно, что будет. Лечение колоссальные деньги стоит, нет, и это есть вероятность, что ты умрешь. Я уверен, что перед опасностью смерти провести 2 недели дома не самый худший вариант. То есть это же не в лесу с медведями где-то там, а все-таки дома. Я рекомендую очень сильно обратить внимание на американских коллег, которые очень быстро адаптировались, которые очень быстро перестроились, нашли какую-то гантель старую, какие-то стулья, причем вариантов там. Но вот я когда увидел TRX с дверью, тоже улыбнулся, то есть я как бы нарушаю законы, выхожу во двор втихаря, ну, соседи не жалуются, я надеюсь, их просто смущает мой номер на машине 036, поэтому они побаиваются, говорят, ну, этого батюшку в баню, а то он какой-то чудной, наверное. Мало ли, что там еще с Интериксом ночью там по голове надает. Поэтому у нас там как-то это происходит, но мы изолированы, площадка закрыта на такой чип, то есть никто даже зайти не может. То есть ты себе там, я могу видео снять, чтобы вы понимали, что я не посреди площади там танцую, ТРХ даю. Поэтому относительно и тренишь, и продаешь рекламу заодно. Друзья, я скажу больше, ищите возможность, и самое важное, вот я бы рассмотрел вариант, это уникальности. В чем уникальность? Вот меня каждый раз спрашивают, как тренеру быть уникальным. В этом плане я приведу, наверное, пример очень странный, но я надеюсь, он поймется в аудитории. Есть такая соцсеть TikTok, о которой мы сегодня ни слова не сказали. Да. Которая очень интересная, которая простая, которая говорят, что как Инстаграм 5 лет назад. Но я вижу, что тренеры до Инстаграма некоторые не дошли, а TikTok это как выстрел в ногу или в голову. То есть мы не хотим, условно, мы не хотим, знаете как, вот мне это напоминает ситуация, когда мы на зло кондуктора идем пешком.
сядь, заплати и подъедь быстрее. Нет, мы не заплатим, мы идем 40 минут пешком под дождем, под снегом. Я сторонник искать уникальные какие-то моменты. Если у вас дома есть котики, да проведите тренировку с котом. Ну, выставьте это красиво, грамотно. Если у вас есть там дети, мама, папа, бабушка, потанцуйте все вместе. И понимаете, вот я хотел бы, знаете, чтобы это было в моем понимании friendly и в моем понимании уникально. То есть, если есть эти люди дома, ну, попросите их сделать что-то вместе с вами. Мы очень часто скованы, мы стесняемся. Ну, вот это жизнь, это реальность, знаете, вот она как бы... Я снимаю видео для своего онлайн-курса, и мне коллеги прислали, как они камеру ставили. Я прислал, как я ставил камеру. Диван, стул, подставка, еще одна подставка. И ты стоишь в рубашке и трусах. Ну, то есть у тебя уже рубашка видна вот так, а так ты там в трусах стоишь. Ну, это вот реальность нашего времени. И мне говорят, найдите где-то стенку, белую стенку. Я говорю, а где я вам дома белую стенку найду? Я говорю, что, потолок, только на потолок меня можно приклеить. Ну, нужна белая стенка. Я говорю, нет у меня дома белой стенки. Я могу снять вот так. И ты там мебель передвинул, там по тебе ходят, переходят. То есть я хотел бы, чтобы вы, коллеги, он говорят, что там нет и так далее. Смотрите, друзья, я потом, наверное, на комментарии отвечу, чтобы не сбивать с мысли. Тренер тренажерного зала должен освоить функциональный тренинг. Все абсолютно. И в Федерации фитнеса Краснодарского края, и в других курсах. Осваивайте функциональный тренинг. Но нет тренажеров. Ну чего вы ждете? Но их еще не откроют какое-то количество времени. Посмеяться выходить. Друзья, я не говорю про уровень посмеяться. У каждого есть своя целевая аудитория, у каждого есть свой фирменный почерк. Я не хочу, чтобы все копировали друг друга. Ищите ниши, пробуйте себя. Понимаете, вот очень классный ролик, мне очень понравился, всем рекомендую, мне очень зашел. Юрий Дудь, российский блогер, снял ролик, который называется «Кремниевая долина». Он, мне кажется, в это время как раз именно классно. Он мотивирует думать. И один из наших коллег написал: проблема в том, что мы боимся, когда у нас убытки. Мы боимся работать в минус. Мы боимся работать в кредиты. Мы привыкли, что у нас должно быть, знаете как, может дерзко скажу, не обижайтесь, но говорю как есть. Мы все привыкли, как в Советском Союзе. Купить машину, квартиру, стиральную машину, пылесос, телевизор, ковер, поехать в Крым, поехать в Турцию. Ну то есть у нас, знаете, вот такие как этапы. А когда ты видишь, да, люди, которые с сумкой, с айфоном приезжают без денег, по ночам моет, ну, короче, ну, то есть, ты смотришь, говоришь, нет, я буду ждать, пока у меня будет машина, квартира, ковер на стенке, ковер и так далее. Время другое. 2020 год. Другой подход. Дорогие тренажерщики, не ждите. Идите на функциональный тренинг. Идите на стрейчинг. Ну, то есть, а у нас мы что-то ждем. Ну, я раньше так зарабатывал. Дай бог, друзья, дай бог, чтобы мы вернулись. Но если у нас произойдет, смотрите, мы, как я понимаю, наше руководство страны, я про наше буду говорить, чтобы там не было неприятностей, не контролирует ни черта. Чем больше тестов, тем больше зараженных. Меньше тестов, меньше зараженных. Говорю, как есть. Это мое личное субъективное мнение. И я не думаю, что завтра нас выпустят всех. А с теми ограничениями 10 квадратных метров, друзья, дорогие друзья-тренажерщики, вы посмотрите, как тренажеры в вашем зале стоят близко. Какие? 2 метра друг от друга, 1,5 метра друг от друга. Расставьте тренажеры. Уверен, что и в России, и в Украине придут с линейкой мерить. Готов спорить на деньги прямо сейчас. Придут мерить с линейкой. И оштрафуют. У вас это вообще легонца вот так штрафовать будет. В Украине может чуть сложнее. А потом вспоминайте, какие у нас тренажерные залы, 100 метров, 15 тренажеров, друг у друга на голове приседают. Ты приседаешь в такт с тем, кто делает вертикальную тягу, чтобы тебе по голове не дали. То есть ты присел, он потянул, ты встал, он потянул. То есть вот так же мы тренируемся. А этого не будет. То есть я хотел бы функциональный тренинг, начните. Я просто смотрю, что многие даже не могут зарегистрировать аккаунт. Я приведу пример, я не знаю, смотрит ли Виктор эфир, который взял... Насмотрел там эфир условно и взял там и начинает запускать какой-то онлайн-проект. То есть человек говорит, все, блин, я устал от этого всего, вот у меня название, вот я хочу набрать тренеров, я хочу снимать видеоролики. То есть вот это круто, вот это круто. Посмотрел Дудя, посмотрел еще мотивационные ролики и начал действовать. То есть пускай это будет. И он говорит, я понимаю, но я вот хочу, подскажите, расскажите. А тренеры что-то ждут.
освоил функциональный тренинг, нашел свою нишу, какую-то уникальность там. Если, знаешь, что, я всегда говорю, что надо свои недостатки делать достоинством. Если ты высокий, вот есть одна девочка, девушка, называется, по-моему, компания, у нее называется клуб Top Stretching. По-моему, ее Анна зовут, если не ошибаюсь. Я уверен, вы все видели ролик в интернете, где девушка достает ребенка из машины, открывает из багажника, достает коляску, потом поднимает ногу и ногой закрывает багажник. Вот эта девушка, ее зовут Анна, если я не ошибаюсь, найдите ее в Инстаграм. Вот человек, который, я бы сказал, культивирует шпагаты, ролики, всевозможные общения. У нее дома малюсенький ребенок, вот такой, малюсенький. Муж дома живет. И вот посмотрите, как она это обыгрывает. Мне нравится, как ты сказал, муж дома живет. А где же им еще жить? Я имел в виду, что муж... Ребенок и муж еще живет. Домашнее животное. Хотя сейчас это очень актуально. Учитывая, что на женщину сейчас все висит, ты прям в точку попал. Женщина делает все, а муж живет просто. И муж живет еще там. Так вот, я имел в виду, что это все в одном пространстве, а она же снимает эти ролики. Они там друг у друга на голове там... Это реально тяжело. Шпагаты делают, друг с другом танцуют, какие-то девочки, друзья. Ну, то есть, это естественно. Я хотел бы, знаете, чтобы вы были натуральными, не смешными. Ну, если у тебя высокий рост, обыграй это. Если у тебя низкий рост, ой, так а что там и так далее. Ну, так это реальность. Ну, так надо тогда делать из своего недостатка преимущество. Если у тебя там большая попа, девочки там, я знаю, под углом ее фотографируют как-то раз, и она сразу не такая большая. Ну, то есть, друзья... Влад, у нас 5 минут, а то эфир не сохранится. Давай подытожим. Да. Значит, смотри, что я услышала, что делать сейчас клубам и тренерам? Первое, работать с клиентами во всех социальных сетях и иметь от них связь какую-то. То есть это не просто какой-то Инстаграм, обратную реакцию, обратную какую-то, ну, обратную связь от них брать. Второе, работать с собой. Если ты тренер, ты работаешь с собой на самообразование. Да? Если ты руководитель, работать с командой. То есть и работать над своими онлайнными проектами, там, звук, видео, контент. Повышать свой уровень профессионализма в различных семинарах, использовать это время, да? Это второе. Третье. Автоматизация. Это, кстати, вот меня касается, у меня немножко так хаотичные такие семинары, мы пытаемся, ну вот задумалась об этом, сделать такую более профессиональную автоматизацию. Четвертое. Сделать спецпредложение для своих клиентов до открытия. Это касается клубов. Да. Не тренеров, да, а именно клубов. И тренеров в том числе. И тренеров в том числе. Ну, то есть, если я как-то тренирую, потренируйтесь у меня, как бы, и что-то получите. Обязательно. Обязательно. То есть такое не скидку, потому что многие на скидки как бы сейчас идут, не скидывать, а давать какой-то бонус, да, тем более бонус сейчас можно как, ну, все что угодно, даже онлайн-проекты, видео, какие-то ролики, какие-то советы по питанию, да, там и так далее, да. Да, обязательно. И пятое – это создание онлайн-проекта, это прям, наверное, уже будет прям супер обязательно, и сейчас этим нужно заниматься, когда даже клубы откроют. Друзья, слушай, ну мы с тобой, я боюсь, что сейчас закончится эфир, чтобы мы его сохранили, да. 2 минуты уже, финишная прямая? Да. Одна буквально минута, что ты посоветуешь нам? Я посоветую, друзья, всем максимального оптимизма. Я посоветую всем обязательно прийти на наш семинар, который будет в мае, знаете как, для того, чтобы как это... мухи отдельно, котлеты отдельно. Да, чтобы вы знали, как продавать, чтобы вы умели продавать, не стеснялись продавать и делали это грамотно. Я надеюсь, что все фитнес-тренеры станут лучше, но желание и действие начинается с первого шага. Как вы знаете, как хочешь порядка, начни застилать постель. Хочешь чего-то делать, начни с малого. Поэтому всех буду рад обязательно видеть. Ответы, которые есть, не стесняйтесь писать в Инстаграм, там, подписывайтесь на YouTube-канал в том числе, я уверен, вы многое полезного для себя почерпнете. Я надеюсь, что мы с вами увидимся в мае на семинаре, который будет проходить у нас прекрасный семинар в мае. Анонсы будут обязательно для того, чтобы вы научились грамотно продавать. Сейчас продавать тяжелее, сейчас продавать сложнее. Но сложность есть как внутри у человека, потому что многие тренеры не продавали, их продавала рецепция, их продавал отдел продаж. А пришло время продавать себя самостоятельно. А как это делать? А что это делать? То есть пришло время повышать уровень квалификации своих продаж. Продавать самому себя.
а не ждать, пока тебя кто-то продаст. Продавать вас никто уже не будет, по крайней мере, до открытия клуба. У меня все. Отлично, Влад, спасибо тебе большое. Мы еще встретимся, у нас еще пару прямых эфиров, и всех ждем на семинаре, который у нас проходит на платформе Zoom. Кому интересно, пишите в личку мне или Владу, мы с вам обязательно ответим. Влад, спасибо большое, удачи вам, да, и скорее всего благополучного открытия. Да. Всем спасибо, пока-пока. Пока, спасибо, Влад.